основная задача – правильно писать. Когда есть трудности, какие виды на них читать? В стране знаний нас научили множество премудростей. Решать задачи, правильно писать, не бояться трудностей и книги длинные читать. Они только-только начинают свой путь по школьным коридорам и ждут с нетерпением и радостью уроков, перемен и школьного звонка. Мы всем желаем, чтобы школа домом стала, где интересно, весело жилось, где вам где стоящих друзей вы встретили б немало, где вам учение легко удалось.